В городском округе Люберцы продолжается реализация программы здравоохранения Подмосковья. В этом году отремонтируют 2 объекта скорой помощи и в 6 кабинетах Люберецкой областной больницы установят новое тяжелое оборудование. Подробности в материале нашего корреспондента. Одно из подразделений Люберецкой областной больницы, где потребовалось обновление тяжелой техники, взрослая поликлиника номер 1 на улице Авиаторов. Замене подлежал старый маммограф. Аппарат находился в одном помещении с флюорографом. Это создавало неудобства как для пациентов, так и для врачей. Для новой техники теперь готовят отдельный кабинет на 4-м этаже. В первую очередь должна обязательно предусмотрена рентгензащита. Хоть сейчас современные аппараты, и они малодозовые, но обязательно должны быть работы, которые предусматривают именно проведение баритового защитного покрытия. В настоящее время эти работы проведены уже. И в настоящее время ведутся электротехнические работы, после чего будут проведены отделочные работы и установлен аппарат. Рентгеновский цифровой маммограф уже поступил в поликлинику. Он приступит к работе в августе, сразу после завершения перепланировки этого кабинета. Пройти обследование смогут жительницы со всего городского округа. Эта услуга крайне необходима. И чтобы наши жители где-то не ездили по направлениям где-то в другие города или Москву, специалист у нас есть, нужно оборудование. Вот оно здесь устанавливается. За последние годы достаточно много сделано с точки зрения ремонта помещений, поставки оборудования. Это как бы видно, заметно. И этот год не исключение. Тяжелая медицинская техника поступит также на вооружение Центральной и 11-й поликлиник. С новым оборудованием будут работать и врачи сосудистого центра и хирургического корпуса стационарного отделения номер 1. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.